все очень классно. У вас достоинств миллион. Выдохните. Вы когда-нибудь брились налысо? Я да. Ради роли. Наркоманки. Это была интересная роль, о которой мечтают все актеры. Потому что у нее есть арка. Арка — это... То есть от кудрявой девочки, мечтающей о ребенке, я дошла до трупа. Меня зовут Анна Троянская. Мне 42 года. Я закончила ГИТИС, мастерская Стеблова. И очень люблю свою профессию. Ради нее готова на все. Готова сниматься в тулупе даже, без тулупа тоже, на улице, в морозе тоже, под поездом, на поезде, на лошади, на самолете, на чем хотите. Все время слежу за новыми трендами, люблю развиваться в своей профессии и готова работать с вами.